Всем привет! Сегодня покажу, что я заказала на Look Fantastic на Черную Пятницу. Наконец-то пришло все полностью ко мне. Сейчас покажу все, что было в моем заказе. Первое, что я заказала вот такой вот рождественский носок. Look Fantastic, вот такой вот он большой, огромный. И, ну, конечно, здесь не такое огромное наполнение. Я заказала, в этот раз я не стала заказывать бьюти-бокс, вот этот адвент-календарь. Я подумала, что лучше я закажу на ту же сумму, но то, что мне действительно нужно, интересно, ну, как бы, те марки, которые я хотела попробовать. В общем, вот в этом носочке в большом было 5 средств. Первое из них – это вот такая вот маска Philip Kingsley, эластилайзер называется, 150 мл. Здесь все полноразмерные продукты полностью. Вот такая вот красивая упаковка. Сделано это в Англии. И здесь вот такой вот крем. Это маска-крем, которая наносится до мытья. Пахнет приятным гранатом. Очень такой нежный, приятный аромат. Вот. Вот такая вот масочка. Следующее. Там даже есть шапочка для того, чтобы перед нанесением, перед мытьем головы нанести вот эту маску. Вот, подходит для всех типов волос, для блеска, для укрепления. В общем, такое вот средство. Следующее средство – это вот такие вот тени. Фирма называется Дус, наверное. Вот такие вот здесь оттеночки. Маленькая упаковка, очень компактная. И вот такие красивые цвета, но они теплые. Вот. Ну, достаточно такие приятные на каждый день, хорошие цвета. Очень-очень интересная палеточка. Вот. И кисточка. Все здесь есть. Следующая вот такая вот тушь. Тушь это... Называется Эйко, черная магия, маскара. В общем, обещает драматический эффект, удлинение ресниц. Это тоже сделано в Корее. Вот, но это английская марка. Вот такая вот тушь. Ну, здесь вот такая изогнутая щетка. Тоже полноразмерный продукт. Вот такая вот красивая упаковка. Так, следующее, что это Иломаска. Иломаска здесь 7 грамм, и это хайлайтер. Хайлайтер. Вот такой вот красивый хайлайтер. Вот такой вот хайлайтер. Красивый цвет такого золотистого шампанского с переливом. Очень красивый цвет. Доченька моя здесь уже оставила свой палец. Ну, красивый, хороший. Большая упаковка, здесь 7 грамм. Это Иломаска, тоже английская марка. Следующее средство, последнее из этого, это вот такой вот крем. Я больше всего хотела именно крем спа попробовать. Вот здесь 24 часа увлажнения. Здесь 55 миллилитров. Мне очень нравится их сыворотка спа. Я просто в восторге от нее. У нее действительно дает такой красивый эффект на коже, который я вижу. Вот я решила познакомиться поближе. Стеклянная упаковка. Тоже английская марка. Такой крем, у него хорошая текстура. Я думаю, он подойдет и на день, и на ночь. Но отдушка опять такая похожая, натуральная, травянистая, как и, в принципе, и сыворотка. Видимо, у них вся линейка вот с такими ароматами. Вот такой вот крем. Вот очень я его хочу попробовать. И думаю, мне тоже понравится, потому что сыворотка просто-просто потрясающая. Так, это... Все, что было в носочке. Теперь я заказала вот такой вот гель для душа. Просто попробовать. Это марка, называется Bubble. Я дарила крем для тела дочери. Ей понравился вот это. Называется манго. Холодный чай. Вот такой вот с экстрактами алоэ вера.
200 миллилитров здесь должно быть. Я люблю с ароматом манго средство. А следующие вот такие вот я заказала шарики для ванны. А они с лемонграссом и с зеленым чаем. Вот такие вот они, видите, здесь красивые. Для принятия ванн. Я, конечно, это редко делаю, но все-таки иногда хочется что-то такое. И вот запах лемонграсса мне напоминает какие-то спа-процедуры, салоны, когда делают массаж. Поэтому я вот и захотела его взять. Пишут, что эта продукция тоже натуральная. Здесь 25 штучек по 4 грамма. Вот такая интересная упаковка. Так, следующее интересное средство. Я купила, эта коробка не очень, что-то какая-то немножко испачканная. Но это средство от Лоры Мерсье. И здесь 4 крема. Крем для рук и для тела. Я взяла как раз 4 аромата. И это... Я давно хотела купить крем для тела именно от Лоры Мерсье, но как-то сомневалась, какой аромат мне нравится. Здесь лимонный пирог, тарт-о-ситрон, тоже хороший аромат, я думаю, будет. Здесь еще есть крем-брюле с ароматом крем-брюле. Все такое вот вкусненькое. Миндаль и кокосовое молоко. И последний – это амбр-ваниль. Тоже с ароматом амбры и ванили. Потом уже, когда я определюсь, какой аромат мне понравился, я закажу себе уже полноценный крем для тела. Вот такой хороший наборчик. И тоже такой, как вариант для подарка, я думаю, тоже будет неплохо. Заказала я продукцию фирмы Ren. Ren – немецкая фирма. Тоже взяла вот такой вот наборчик travel специально, чтобы попробовать. Потому что я эту косметику давно встречала в аптеках, но я как-то не решалась купить. И вот взяла с витамином С. Это дневной гель-крем, здесь 15 мл, такой подсвечивающий. Вот такой вот тоник, который бестселлер, который они очень все хвалят. Это... для свечения, для придания сияния лицу. Тут, наверное, с кислотами, с витамином С. Вот, посмотрю, какая будет реакция, не будет ли аллергии. И вот такой вот, вот такая вот маска, тоже 15 мл, тоже подсвечивающая, с гликолевой кислотой. Новая кожа. Вся продукция не тестируется на животных. В общем, они такие вот green. Продукция натуральная. Ну и вот такой вот тоже набор, я думаю, будет прекрасен и для тех, кто хочет познакомиться с косметикой Ren, и в то же время можно и такой кому-то подарок подарить, очень презентабельно выглядит. Ну и последнее, что было у меня в заказе, это помада моя любимая. Ее очень трудно почему-то найти, именно вот этот цвет, Cultural Clash. Очень трудно найти в магазинах, я не знаю, почему-то его почему-то нет постоянно. Это вот такой красивый цвет, натуральный, Estée Lauder. Пахнет ванильный, сладкий такой запах, конфетный. И здесь крышка на магните, вот такая красивая упаковка. Вот. И, конечно, на Черную пятницу выгоднее брать на именно было на Look Fantastic, потому что цены были дешевле. По крайней мере, я нашла дешевле вот именно на Look Fantastic цену этой помады. На этом все. Это были все мои покупки на Черную пятницу. Покупки именно косметики. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, что заказывали вы, что получили, что вам понравилось. На этом все. Всего доброго и всем пока.